Всем привет, с вами Элис Крым, и давайте сразу же приступим к сбору, потому что ветер здесь такой, что меня все равно будет не слышно. Погнали! А собираю я сегодня синий нож, потому что я подумала, что нет смысла ехать за рядовкой, потому что ее везде съели черви. Я ее по запаху узнала. И здесь она, кстати, не червивая. Специально для меня по заказу. Так, давайте на перегонки. Оп. Нет, решили в разные стороны бежать. Прячутся от меня. Знаете, что я вам показываю? Полянку диких ирисов. Thank you.
наверное, странно смотрюсь, потому что тут сильно дует ветер, мне надуло уши. Я хожу в шлеме, чтобы было не так холодно. Наверное, люди смотрят, думают, зачем она по полю ходит в шлеме. Ну, а я тут нашла ряд рядовки. Сейчас покажу. Чуть не наехала на него. О, она только лезет. Прям между колес. Я ехала, увидела, остановилась. И вот дальше тоже ряд пошел. Но ей нужно пару дней еще. Есть вот здесь несколько подходящих экземплярчиков, которые уже подросли. Это у нас рядовочка. Я сегодня и ее собираю, и синеножку, и дождевики мне попались. Все-таки не зря меня настроение сюда потащило. Так, нужно срочно наточить нож. Я, конечно, с мусором собираю. Да, извиняюсь, да не очень эстетично, но у меня просто времени немного. И дома я всегда потом перебираю, мою. Ну, или спихиваю это дело на кого-нибудь другого. Мне так тоже нравится. Ну, липусечки какие. Половину здесь оставлю, приеду попозже, а то жалко. И еще один дождевик. И еще два, наверное. Ну, этот мягкий уже не буду брать. Вот этот молодой, упругий, мясистый. Это надо видеть. Этот мяс надо видеть своими глазами. О, я его случайно увидела прямо под колесами.
синеножка, дождевики и майская рядовка. Ну а мы с вами увидимся на следующих сборах. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и давайте собирать грибы вместе. Пока!